Четыре семьи, пострадавшие при взрыве бытового газа в деревне Туфси Цивильского района, как и было обещано, до конца января заселились в новые квартиры. О том, как устроились семьи на новом месте, в нашем репортаже. Ольга Иванова с семьей вчера переехала в новую квартиру. Говорит, что без помощи знакомых и коллег не справились бы с бедой. В Туфси у них было небольшое хозяйство. Держали коров. Туда они по-прежнему ездят на работу, но из имущества у них ничего не сохранилось. Мы мебель мало привезли. Телевизор у нас сломался. Холодильник тоже сломался. Вот. Надо теперь заново купить. Ну, вам дали? Обещали дать, пока на руки... На руки обещали дать по 50 тысяч. Ольга рассчитывает, что на 150 сможет купить все, что необходимо для жизни. Ой, помощь очень большая. Ну, я хочу большое спасибо сказать и администрации, и отделу образования, и своей заведующей. Всем. Конечно, все помогли. И транспортом они сами обеспечивали. Очень большой им поклон прям. И квартиру они все нам вот сделали. В прошлом году в поселке Опытный Цивильского района построили новый дом. 11 квартир пустовали. Администрация района решила выделить им это жилье. За неделю успели отремонтировать. Другие 4 семьи решили жить у родственников. Жилье, которое находится в этом доме, будет предоставлено по условиям коммерческого найма. После завершения строительства все жители, то есть тоже они заявление все написали, они все вернутся в Туфсинское сельское поселение. Семьи будут жить здесь до того дня, когда в их родной деревне построят новый дом. 20 человек и 10 единиц техники ведут разбор завалов. Генеральный директор строительной фирмы говорит, что работают с опережением. И сдать дом готовы на месяц раньше срока. Мы уверены в том, что этот дом будет построен и заселен. Для себя мы график ставим не на 1 октября, ставим на 1 сентября. Используем весь световой день и без выходных. И этот период, и этот темп движения работы мы будем сохранять до тех пор, пока мы не построим этот дом. Как только новый дом построят и он будет пригоден для жилья, все 8 семей вновь переедут. Уже обратно, в родную деревню. Татьяна Молокова, Олеся Русакова, Николай Яковлев. Республика.